продолжаем играть в нашу бабку. Страшилку, Зинку, Резинку, бабу Зину. Как вы там уже только ее не называете? Вот, ну, конечно, спасибо за комментарии. Я попробую разные варианты по мере прохождения воспользоваться. А там будет видно. Может быть и... Так, давайте, стойте. Присядем. Может быть и... Воспользуюсь. Мишку положу. Я не знаю, как получится. Ой. Так. Бабушка. Зачем я приседаю? А я сам не знаю. Привычка такая, то что если присел, значит, ну, типа не слышно. О, так, я скрипнул. Пора удирать. Вон он! Ай, я же сказал, ты кричит! Быстрей! Давай, Джонни, давай, беги! Бабушка, отстань, пожалуйста, от меня! Господи! Простите за крики! Постараюсь громко не кричать! Я давно не играл в эту бабушку! Я забыл, как она выглядит ужасно! У нас уже один день испорчен! Вот для чего я... Использую присесть, чтобы она меня не видела. Не знаю, получится. Так, на второй день дверь закрыта, мне говорили. Спасибо, бам-бам. Сейчас мы подождем ее. Оп! Ждем. Так, ребятки, все, она ушла. И пошла куда-то налево гулять. Вот она. А, она меня не видит. Ой, бабочки. Ребятки, она бежит, у меня нечем отбиться. А, уйди отсюда. Так, вот и второй день испорчен. Да что такое? День третий. Эх. Давайте, наверное, заново начнем. А то мне что-то это не нравится. Все, начинаем, ребятки, заново. Нашу страшилку, бабульку. Тут два дня куда-то улетели в пропасть. День первый. Это у нас домик, комнатка. Вот. И пойдем потихонечку. Так. Сюда. А давайте на чердак сходим. Так, ее там нету. На чердачок, чтобы нас никто не уволочок. Ой. Ой, сейчас она же сюда прибежит, господи. Давай. Оп. Все, мы в домике. Вот она бежит. Да здравствуй. Что? Что-то потеряли? Эх. Бабушка, у тебя все время открыт рот. Я вот не понимаю, зачем? Да. Ты, наверное, голодная. Давай, иди уже. Так, она ушла, здоровски. Оп. Сюда нам нужен молоточек. А молоточка нет. Так, там у нас туалет. Пойдемте сюда сходим. Ага, тут ловушка. Нет, мы сюда не пойдем. Мы ловушку обойдем. Прыгаем. Наш. Ой, господи. Нашумел, наскрипел. Ух ты, картина. А, ну картина, по идее, не нужна. Сейчас давайте спрячемся быстренько. Оп, вон она. А, я успел. Ай, ты что, ко мне подошла, бабушка? Уйди отсюда! Уйди! Что ты встала тут около меня? Говорю, иди отсюда! Вот, давай, ковыляй. Так, она ушла! Бабушка-то наша ушла! Бросила там опять свою штучку эту. Давайте посмотрим.
Господи! Тут пусто? Так? Ой, я опять скрипнул! Скрип создал! Давай! Да давай же прокати, что ты застрял тут! А, она бежит за мной! Ребята, она бежит! Давай! А, нет, не бежит, не показалось! Я уже испугался, господи! Но она там! Она почему-то не захотела бежать за мной. Так, здесь у нас пусто. Эх, первым делом нам надо арбалет как-то достать. А все остальное это уже потом. Но что-то никаких признаков чего-либо валящегося знакомого близкого я не нашел. Давай. Быстро. Где эта щелка? Вот она. Норка. Отлично. Ух ты. Есть. Берем вот эту штучку. И бегом в колодец. Да. Мы выбрались наконец-то наружу. Тут колодец. И арбузик. Все как раз как надо. Оп. Бабушка. Пожалуйста, сюда не заходи. Я пока тут занят. Давай, крутись, поднимайся. Давайте посмотрим, я думаю, там молоток. Такой деревянный. С деревянной ручкой. Ну, здоровский, отлично, ура, у нас есть молоток. Это ж здорово и круто. Давайте бросим вот так вот. Оп. О, хорошо, что на земле он тихо падает. И разломаем наш арбузик. Кто хочет? Ой, господи. Я что, задел? Сейчас она прибежит. Так, будем наблюдать. Чуть-чуть понаблюдаем. Если что, потом быстро удираем. О, опять я стихами говорю. Потому что арбузик я несу. Так, поставим. И чпокс. Крэкс-пэкс. Ух ты. А, сейчас она прибежит. Наверное. А, вон она! Я видела ее палку эту! Ай, мамочки! Давай! Вот так вот надо выглядывать. Давайте поглядим. Там у нас ключик от этой маленькой комнатки, в которую нужно воткнуть две шестеренки. Да? Да. Баба Зина, ну-ка иди-ка домой. Нечего тебе во дворе делать. Ой, мамочки, ого, ее дверь ее отшвырнула, правильно, нечего лазить здесь, так, оп, возьмем ключик, и отопрем вот этот замок, да, а там надо две шестеренки, и, мамочки, она сейчас придет, прячет, наверное, придет, и отопрем, в общем, в этой маленькой комнатке, сарайчике, там типа ящичек, а в нем лежит ключик. Вот и все. Ладно, давайте пока выбросим этот ключик, возьмем молоточек и пойдем к бабушке с молоточком. Так. Привет. Давайте потихонечку. Мамочки, я скрипну. Ну зачем? Еще скрипну. Сейчас прибежит уже. Однозначно. Где она? И я даже ее не вижу. Давайте звоночек позвоним, разбудим всех. Мамочки. А вон она, я ее видел. Так. Сюда. Господи. Сейчас. Оп. Я надеюсь, она за мной не бежит. Фу. Вроде бы нет. Так, ребятки. Да, бабушка. Давайте. Быстро. Вот сюда сразу бросим. Какая кнопочка?
положить. А, все, вспомнил. Ну, фу, слава богу, хоть второй день, а не пятый. Так, теперь нам осталось... закрыто. Бабка, давай иди сюда. Давайте мы спрячемся сразу и будем ждать. Ура-ура, говорит Джонни. Так, ой, господи, господи, давай. Бегом же сюда. Зачем я сюда бегу, я сам не знаю, нам надо было в другую сторону бежать. Так, давайте сюда заглянем. Оп, присядем. И, оп, кнопочка. Эх, ключа нет, тут жалко, обидно. Нам бы взять этого мишку, да усыпить бы бабульку сначала. И будет здоровски. И мы можем пробежать, тогда положить в колыбельную и, наверное, пройти игру. А чтобы нам открыть с оружием, нам надо... О, сколько нам надо это делов сделать? Ящик с оружием. Мамочки, она идет, она там, я ее видел. Ладно, не будем ждать, давайте удирать, пока она там... Что ты путаешься все время? Пока она там кружится вокруг. Интересно. Где бы нам ключик раздобыть? Где он может быть? Где бы ключик раздобыть? Так. Если мы пойдем сюда... Господи! Я ковылял на одной ноге! Ну что это такое? День! Эх! Печально! Давайте сходим на кухню тогда, что ли? Ой! Что это? Я не знаю, где она лазит, но... О! Шестеренка! Шестеренку мы можем положить... Господи, давай сюда уже прыгаем! Вот! Одну шестеренку мы можем поместить сюда. И вторую... Найти еще где-нибудь. А вторую... О, как я хромаю! Так, а вторая, наверное... Банка, ты же была здесь. Ладно. Знаете где? Я знаю. Но чтоб туда добраться, нам нужны плоскогубцы. Плоскогубцы, наверное, в сейфе лежат. А вот ключика сейфа... я не знаю где. Ладненько. Сейчас что-нибудь придумаем. Главное не попасться этой бабулечке. Зинулечке. Так, отвертка. Оп. Если мы с краешки пойдем. Ай, картина, ну зачем ты упала? Ай, сейчас она придет. Пусто. Все. Что это такое? Почему я не могу убежать от нее? Я убегу когда-нибудь или нет? Ну, четвертый день, ребятки. Опять так все хорошо начиналось. Все хорошо начиналось, эх. В общем, там буду знать, там нет никаких ключей. На кухне нет ключа. Где вообще все ключи, я не понял. Кто куда их мог деть? Здесь тоже ничего нет. Шестеренки нет. Нам надо. Сейчас она придет сюда. А, вот тут может быть. Раз, два. Ух ты! Есть! Плоскогубцы! Быстро! Ай, блин, закрыто! Оп! Ты где? А, вот она! Так,
теперь у нас есть плоскогубцы. И это очень радует. С помощью них... С помощью... Да что ты понабросала? Нет, 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 нет. Как мне сейчас отсюда переходить? А? Эх ты! А что нам, если пошуметь здесь, она откроет эту дверь? Можно перекусить провода в подвале! И перекусить еще в одном месте. Да. Так. Ребятки, что будем делать? Подождать? Ладно. Я пока подожду, пока пропадет ловушка. Эх, что делать? Полежу под кроватью. Кто-то придет? О, вернее, не придет, а... О, ловушка пропала. Устал я ждать, пока пропадет ловушка. И решил пошуметь, чтобы пришла эта зинка... Резинка, бабулька, страшилка, пыхтелка, сопелки. И все в таком духе. О, стул появился. И решил пошуметь. Чуть-чуть. Так. Бабушка, ты куда делась? А, идешь? Оп. Давай, иди, иди. Оп. Так, ладно, вот тут вот сильно не шуметь. А, потихонечку. Ой, господи. А, молоток надо. А, уходим отсюда. Сейчас эта клюшка прибежит. А, быстро-быстро в норку. Да, прибежала, прибежала. Как... Чувствовала. Что? Ого, ты слон. Ну ты... Ну гипопотам. Все ломаешь. Все рушишь. Хм. Молоточек у нас есть. Что-что, бабушка? Мне сырников можно? И блинчиков, пожалуйста. Ладно. Сейчас она уйдет. Так, пока она там бегает, давайте. Быстро! Ну так нечестно, ребятки, так нечестно. Ну нечестно так появляться. Что ты будешь делать? Ну зачем ты появляешься в ненужный момент? Еще таким быстрым способом. Обидно. Обидно. Эх. О, увидел, увидел. Бежит уже. Мы под кроватку. Оп. Смотрите, сейчас прибежит. Она хихикает там, сидит, стоит, прыгает. Что ты? Не пойдешь сюда? Ну ладно. О, тихо скрипнула дверь. Оп. Мамочки, помогите мне! Сюда, сюда! Мамочки! А, вот это эпический момент, ребятки! Все точно до секунды сработало! Иди отсюда уже! Что ты жужжишь, как пчела? Так. Ты куда? Ушла? Ага, бросила где-то ловушку. Да блинский блин! Ничего не делай, пожалуйста. Ребятки, она меня достала. Представляете, из сундука. Эх. Да что это такое? Сейчас будет. Смотрите. Такая. В общем, обидно, конечно, но... Вообще, да. Очень здоровски получилось.
Осталось чуть-чуть. Разбить камеру, достать из там вентилятора, скорее всего, шестеренку. Я даже не посмотрел, что там лежит, или ключик. Если шестеренка, то положить ее в домик, во дворе. И тогда откроется замок, типа сундучок, в котором будет лежать ключик от чего-то либо. В общем, как-то так. Эх, ребятки. Ну, спасибо вам за просмотр. Не знаю, получится в следующий раз, не получится. Ну, всем спасибо и пока. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки. А в целом бабуля не такая уж и страшная уже. Главное то, что она пугает меня своим неожиданным появлением. Вот так вот. Всем пока.